Спасибо не надо. Рэп из ебаных адлибов и текста транслитом. Спасибо не надо. Читать свой куплет про могилу, ты нас не покинул. Спасибо не надо. Наркотики, табло, сироп, это мило, детина. Спасибо не надо. Считать себя санным бандитом, но только для вида. Спасибо не надо. Перечитывать запада рифмы, покуда ты гнида. Спасибо не надо. Базарить со мной на английском, на сленге дебила. Спасибо не надо. Треки на стенку закинь, тупая вагина. Спасибо не надо. Учить меня жизни кретином, цитатами в титры. Спасибо не надо. В начале карьеры все хейтят всю новую школу, зовут петухами. Но по итогу-то каждый второй развлекает детей, на фите соблюдает. Это нормально, ты хочешь бабла за свой рэп, ты фрешмен, это все понимаю. Но я не из тех, кто пришел потакать, я из тех, кто их взгляды на рэп поменяет. Бан за такой мотив, кричат мне, батика, помоги. Зачем фристайли тебе, кретин, если у тебя платина в Rocket League, бам. От Вест до Востока их рэп отличу лишь по псевдонимам. Но ты бездарь настолько, что даже не стал бы артистом рипа. Это просто пизда, вот ты пацан. Глупо эти посты писать, господи, ман. Типа тебя босс доконал в поте лица. Но ты пиздобол без лица, лошади цап. Ты не паникуй, покуда тебе не достали долбоёба. Типа барракуда, типа тебе писать и не доёбывай до перекура. Едем до конца, открыты ёбаные двери фуры. Нет, я не буду молчать, и как ты бы терпилой пассивным ебаном. Но я толерантен к пидорам, как ты будастым паукам оригинала. Похую, кто ты такой, бизнесмен или бомж, или сэн депутата. Если ваш рэп хуета, то я смело скажу вам спасибо не надо. Рэп из ебаных адлибов и текста транслитом. Спасибо не надо. Читать свой куплет про могилу, ты нас не покинул. Спасибо не надо. Наркотики, табло, сироп, это мило, детина. Спасибо не надо. Считать себя санным бандитом, но только для вида. Спасибо не надо. Перечитывать запада рифмы, покуда ты где-то. Спасибо не надо. Базарить со мной на английском, на стенге дебила. Спасибо не надо. Треки на стенку закинь, тупая вагина. Спасибо не надо. Учить меня жизни кретину цитатами в твиттер. Спасибо не надо. Спасибо не надо, спасибо не надо, спасибо не надо. Спасибо не надо, спасибо не надо, спасибо не надо. Показал им, как надо, выйдя на батл. Дав показам 170 папа. Кто замутил этот тренд на ходу битов и заставил гореть небонатов? Это просто пизда, ты читаешь про то, как ты поднимал водник. И ты складно поныл на бите, милый друг, но по тексту боец, ты покойник. Ра! Кто твой ментор? Кто ты такой, сука, блогер, рэпер? Все, что ты там не натара, торишь, для меня будет комплиментом. Эй, этот новенький рэп, нихуя не понять, что ты там пищишь. Они выдают, типа, я твой страх, но на деле лишь только писк. Охуй, кто ты? Цени мои бои, методы. Я зачитаю свой старенький текст на видос, заберу миллионы. Бро, это ты, новый хип-хоп, ебаный стыд. Обоссанный лох, какой тебе батл, если ты слышишь смотреть в объектив. Каждый будет обоссан, это так просто. Ставить на батл таких на местах хуесосов. Моя обязанность босса. Ха, покажите вам. Блять. Оттяну крайне ёплой пистолет, а убившись оргазмом пускового крючка. Мой аргумент 45-й калибр на твой злой язык, и он у виска. Модный хип-хоп для меня это шляпа, ты кидаешь на счет 3. Перед тем как кашу, у меня пушка, ты услышишь щелчок, бли. У меня пушка, но не для защиты, не, не для нее, и возьму адвоката. Хочу управлять этим грёбаным миром, я вооружён, и со мной моя банда. Мой флоу пулемёт, я стреляю словами вам по головам, прямо из автомата. Переберу в тебя будет, но не думай, я не на когда убить для руду. Дай кросы на поводе, людям я не заберу. Тут ты пришел за пистолетом, я отдал сначала пули. Рэпер, я здесь, а так же на такой бедорог. Моя речь вечно, молодец, люди, овец, твой отец Овечкин, ты держи свой коней, рэд-дэд-дэд-дэд пули. Подает с неба вам по головам, на прицеле и демоны вам барабан. Води бэги пакета, я вас закопал, но строго вперед, веки на пасаран. Будто едя на личный, где не пасовал, вам пора убегать, сука, ран. Вася ран, они все говорят, продолжай играть, там все по барабану, крути барабан. Кто на прицеле ствола, жалкие и ранимые. Запомни оружие, есть только два врага, ржавчины и политики. Моя демократия бывает двух видов, гладкоствольная, нарезная. Как по-другому, дай-ка подумать, я и не знаю. Перу в руке, магом в кармане, знай, я никого не боюсь. Мне уже по боку весь этот фейт, мое дело стрелять, и я просто творю. И каждый, кто сунется, получит пулю на память. Парень, я не шучу, пусть лучше меня 12 осудят, чем шестеро понесут. Thank you.
Бро, ты готов? Я буду лить пафос под грустный бит, оставив место под нытьё про культуру, а тут и дрип. Все одинаковые их мнения, додик, ну удиви. Сегодня модно быть ёбищем. Здравствуйте, русский пип, популист, медийная персона бэтл мира. Я хочу, чтоб меня знали от Билибина до Кирова. Они все твердят, что рэп-культура умерла, но рэп-культура не мертва, пока можно монетизировать. К черту поп-культуру, далой Фенди Прада. Если купишь мою кофту, будешь мне навечно братом. Пока плачет комментатор водопадом. Если не будет бабок, нахуй оно надо? Йоу, и я такой же, как они. Только чтобы наебать их, мне не нужен псевдоним. Мне не нужен псевдовид, мне не нужен псевдоним. Мне нужно забрать их бабки, контракт, автомобиль. Но для чего я открываю двери? Чтобы ты верил, ведь лояльность — деньги. Просто люблю свое дело, моя работа — петь песни, и я хотел бы делать это честно. Влоги, куплеты, раунд или фото на инстаграм. Ты подписан, это твой новый друг. Дружище. Ссоры, конфликты, бифы, релизы, фиты и клипы. Крутится рэп-игра вокруг. Крутись, крутись на моем щите. Кажется, я в ударе, тут новенький комментарий. Их мнение на моем хую. Хуй, член. Можете ненавидеть, пишите на меня диссы. Крутится рэп-игра вокруг. Крутись, крутись. Ну а вообще-то проблемы нет в этом. Есть смысл хип-хопа получать за свой рэп монеты. И если я вдруг смог подняться и не быть как ты, то закрой свой рот, моя работа — это быть крутым. Я рифмую буквы, запускаю свои щупальца. Мои строки будут в голове, не надо щуриться. По боку рэперы, да я сам с них хохочу, пацан. Ведь он будет думать только так, как захочу я сам. Рифмую рэп, чтобы добыть в культуре веса, чтобы взять то интервью у рифмобеса. Кто-то мечтает взять бы вью у Кондрашова, а мне бы просто быть бы человеком года. Всем этим эмси лучше дайте самотыков. Разучились делать трэп, блять, забери у них микро. Я бы как Инфинч пел песни про барыгу или девочку, блять, трэф, если был постный хуй той ра. Влоги, куплеты, раунд или фото на инстаграм. Ты подписан, это твой новый друг. Ссоры, конфликты, бифы, релизы, фиты и клипы. Крутится рэп-игра вокруг. Крутись, крутись на моем члене. Кажется, я в ударе, тут новенький комментарий. Их мнение на моем хую. Хуй, хуй, пизда, жопа. Можете ненавидеть, пишите на меня диссы. Крутится рэп-игра вокруг. Свободу слова, дайте мне свободу слова. Хотел бы петь без условок, хотя бы песен по 40. И если был режиссером и делал про рэп киновым, не смейте делать обзоры, считаю это позором. Йоу, сейчас вам диск на птаху накатаю. Как ты можешь быть за Вову, ведь зарплаты поднимают. Бейтесь за песни про закладки под гитару, но за слова бейте за мою поебалу. Не ждали культурный террор, но все слова про себя считают за дурь рэперов. Они не знают, что я фейс, даю им пулю в ебло. Кто ты такой, тот блогер КМХ в натуре типок. Йоу, они за слова нас посадили. Вот Навальный рэпер жит и собака Баскервилей. Как ты смел про меня вякать, рот пидораски? Я буду петь своему зло, свободу хаски. Эй, депутаты хаски посадили. Он всего лишь делал песни, там ни слова о расизме. Он просто пел свои куплеты про Россию. Я понимаю, там сказал хотя бы слово «ниггер». Куча знакомых лиц в сети кинотеатров «Каро». Это прикольно видеть Майка на экранах. И я бы тоже бы сгонял ради угара, если б режиссер не был бы жиганом. На этом 130-170 BPM подошел к концу. И если вам понравилось, поставьте лайк, расскажите друзьям и подпишитесь на новые видео с моим хип-хопом. И здесь или здесь будет голосование. Честно, не ебу, где оно будет из этих сторон, но он где-то будет. А голосование за лучшую композицию вот этого видоса, да, 130, 140, 150, 160 или 170 BPM. Что вам больше понравилось, то и выбирайте. Возможно, сделаю какие-нибудь студийные версии вот этих вот демок. По-другому эти треки, наверное, нельзя воспринимать, потому что я их записал буквально вот сейчас. То есть написал я их за этот день, свел я их за этот день и снял на видос тоже я их за этот день. Я думаю, по последнему 170 BPM КПССовскому, около КПССовскому, все понятно.
Ну, то есть это видео выйдет завтра, для вас сегодня. Значит, вчера вышел ролик КПСС, и я запутался нахуй. Но нужно как-то выпутываться. Ребята, спасибо большое за просмотр. С вами был Владимир Кондрашов. Все ссылочки будут в описании на мои страницы, на мои инстаграмы, на мои... Блять, паблики ВКонтакте тоже, да, там мало подписчиков, люди отписываются, потому что я удалил аватарки. Ну, я и, конечно, не гад, да. Да, я согласен полностью, но скоро будет множество интересного контента, я вам гарантирую. 100%. И подписывайтесь, конечно, на канал Рэп-журнал. Блять, что-то я затянул с этим аутро, но это чтобы было 10 минут на ролике, и я мог ставить больше рекламы. Спасибо, ребята, пока.